испугался, если честно, когда первый раз увидел. Как-то это внешность не очень. Ну не, так-то бы можно подойти, да что, пообщаться. Активными механизмами, которые приводятся в движение сервоприводами. В одном лишь лице их около 40. Это необходимо для того, чтобы полностью скопировать эмоции человека. Также данный робот обладает микрофонным массивом для распознавания речи, камерой для распознавания лиц и экраном для демонстрации того, что происходит. Он, например, сосканировал документ, он продемонстрировал и так далее.